Всем привет, с вами ваш личный фитнес-тренер Артем, и сегодня мы будем делать замечательный комплекс упражнений для всего тела. Я уверен, что вам понравится. Занимайтесь со мной 15-20 минут в день, и я гарантирую вам отличный результат. Итак, поехали! Всего у нас будет 4 упражнения стоя и 4 упражнения на полу. Первое упражнение – шаги, ручки ставим. Всего у нас будет 4 упражнения стоя и 4 упражнения на полу. Первое упражнение – шагаем в сторону, поднимаем руки наверх. Раз. Делаем это упражнение 20 раз. 2. Делаем выдох, когда шагаем в сторону. 3. 4. Молодцы. 5. 6. Замечательно. 7. Ручки стараемся не сгибать в локтях. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16, 17, 18, 19, 20. Молодцы. Следующее упражнение. Значит, делаем махи ногами в сторону. 20 раз в одну, 20 раз во вторую. Раз, два. Держим баланс на одной ноге. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Великолепно. В другую сторону. Раз, два, три, четыре. Делаем выдох, когда нога идет в сторону. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Великолепно. Следующее упражнение. Ручки в сторону. Дотрагиваемся ладонью до носка. Раз, два, три, четыре, пять. Это упражнение также делаем 20 раз. 6, 7, 8. Спинку держим ровненько. Ручки должны быть абсолютно прямыми. 10. Делаем такую прямую линию. 1, 12, 13. 14, 15, замечательно, 16, 17, 18, 19, 20. Великолепно. После чего мы делаем 20 обычных приседаний. Напоминаю вам, что колени не выходят за носки. Делаем выдох, когда выходим наверх. Раз, два, молодцы, три, четыре, пять, шикарно, семь, 8, 9, ручки держим впереди себя для баланса, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Великолепно. После чего мы переходим к упражнениям на полу. Первое упражнение, которое мы будем делать на полу, конечно же, отжимания. Локти уходят назад под углом 45, делаем выдох, когда выходим наверх. Раз, два, три, пяточки смотрят в небо. Четыре, пять, шесть, взгляд должен быть направлен впереди вас. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Великолепно. После чего мы делаем особые отжимания для трицепса. Остаемся в том же положении. Ручки ставим немножко повыше. И дотрагиваемся локтями до коврика. Раз. Два. Также делаем это упражнение 20 раз. Три. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать.
15, 16, 17, 18, 19, 20. Великолепно. Следующее упражнение. Ложимся на спину. Будут два упражнения на фриц. Так, первое упражнение. Поправить коврик. Первое упражнение будет у нас это обычное скручивание. Ручки ставим впереди себя и вытягиваемся наверх как можно дальше. Раз, отрывая лопатки от пола. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Великолепно. Следующее упражнение. Поднимаем ноги наверх. Ноги согнуты в коленях под углом 90 градусов. И делаем повороты корпуса. Раз. Следующее упражнение. Ставим ручки в сторону. Поднимаем колени наверх. Сейчас коврик подправить. Хорошо. Подняли колени наверх, ноги согнуты под углом 90 градусов в коленях. И делаем наклоны в стороны. Раз, два, делаем 20 наклончиков. Три, плечи стараемся не, лопатки стараемся не отрывать от пола. Четыре, хорошо. Пять, колени держим вместе. Шесть, семь, отлично. 8, 9, 10, молодцы, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20. Великолепно. Вот мы и закончили этот замечательный комплекс упражнений для вас на сегодня. Сделайте перерыв 2-3 минуты, после чего включите это видео вместе со мной снова и повторите этот замечательный комплекс упражнений. С вами был ваш личный фитнес-тренер Артем. Подписывайтесь на мой канал Артем Фитнес, оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки. Будьте здоровы. Всем пока!